Всем привет на моем 253-м стриме. Так, и надо сразу настроить звук, потому что, в общем, я понял. Сейчас меньше гудения, чем в прошлый раз. Скажите, короче, я обнаружил такую забавную штуку. У меня в ОБС стояло усиление микрофона, на минутку, десятикратное. Десятикратное усиление стояло микрофона. В общем, сейчас я поставил двухкратное, и, наверное, он уже не должен так гудеть. Так, что-то Владислава там стену текста написал. Есть душа. В общем, сейчас, ну, как бы скажете, как все по звуку будет с игрой там. Но я думаю, должно быть хорошо. Но получше. Не должно быть такого теперь гудения. Привет, Агенлаж. Придет комсал и скажет, что говно фонит, ну, наверное. Так, по уровню музыку слышно хорошо с игры? Мне кажется, можно игру погромче сделать, да? Ну, хотя бы так. Или даже еще громче. Привет, Элизор. А, потише даже? Так? Привет, Кивчан. Ой. Все, сейчас отлично, да? И как вы думаете, что я забыл сделать? Я забыл запустить автохоткей. Так, сейчас. Блин, всегда. Просто всегда. Привет, пророк. С каждым днем, блин, анонсы нужно сделать. Все в больших и больших местах. Вообще, то есть такая подготовка к стриму, конечно, каждый раз. То есть я вначале меняю тайтл на, ну, заголовок стрима на СК2, потом на Твиче, потом в группу ВКонтакте пишу. Из группы ВКонтакте еще делаю репост в конфу там ВКонтакте. В конфу в Скайпе пишу. И еще теперь анонс в Стиме. Что-то как-то, по-моему, многовато. Нет, пока еще не постригся, но планирую. Наверное, когда побреюсь, тогда и постригусь. Запускайте стрим, а там совершенно другой человек. Однажды. Еще как бы на Гудгейме я могу менять заголовок, но мне пока это лень. А, в Твиттере? Ну нет, Твиттер что-то не очень. Рамочки рисовать и музыку заготовить? Ну, в смысле, какую музыку? Ну, у меня и так как бы музыка перед стримом была. Чё, Эльзорка, я так понимаю, ты не прошел, да? Вот
ты хотя бы до плейна дошел хоть раз? Привет, Defender. Когда уже стримы там по олдскулу или по каким-нибудь там этим инди или что там у тебя запланировано? Что-нибудь такое уютненькое. Финалочка восьмая будет? Я знаю, что она у тебя уже теперь есть. Значит, надо проходить. Понял, Defender. Сделал полностью все, что после первого прыжка за одну попытку. Ну, то есть прошел игру? Ты баку прошел? Зорга. Или чё? А что ты говоришь, что сделал ты одну попытку? Нет, я тебе говорю, ты в баке доходил до плейна? Или нет? А, в смысле, ну я понял. То есть во время тренировки ты все, что после первого прыжка, ты сделал ну, без смертей. А какая сложность у бака на фруктике? Больше 80? Хотя нет, наверное, за два экрана все-таки больше 80 вряд ли дадут, да? Может, 70? Хотя, блин, за тот только один прыжок, наверное, уже можно дать больше 80. Пройду я Вейден с первой попытки. Ну, который с Мику. Сейчас будем проверять. В Justice Guy видел седьмого босса. Ну такое, я вам скажу, такое. Ну,
Некоторые атаки выглядят невозможными. Вот так-то тебе. Ну, на это не умереть, не умереть, не умереть, не умереть. Все, иди нафиг, Мик. Там зажало. До третьего мира на рэпе прошло. Да что ему стоит, Игин? Ну господи. Лол. Сложность 72. Никто не прошел из тех, кто оценил. Ну, в седьмом боссе там, мне кажется, некоторые... Ну, я у Парагуса видел, Парагус там проходил. Но, не знаю, некоторые атаки выглядят, что невозможные. Что-то. Ну, может быть, там, типа, фишка еще пока не раскрыта, потому что я попал на момент, когда он делал только первые попытки. Да, ну, некоторые атаки прям жесть. А другие там есть, которые возможные, но там, типа, если сразу не среагировал, то все, можно рестартить, даже не дожидаясь смерти. То есть, 100% смерть. Нулевой шанс. Типа там как бы на тебя пускает волну такую от, ну, типа стену атаки, да, и тебе нужно, и за секунду там где-то до начала этой атаки, да, появляется стрелочка, и, ну, типа она показывает, например, направо, и тебе тогда нужно за нее успеть встать. Если ты не успел до начала атаки, все, ноль шансов. Там два босса в одном, ну, не знаю, какая-то парень, не девушка, типа такие анимешные, ну, может, не анимешные, не знаю, ну, короче, нарисованные. Вот. И да, у обоих по 1500, по-моему, примерно здоровья. Или 1300. И разные атаки, соответственно. Выпадают рандомно, я так понимаю. Ну такое как бы, ну довольно жестенько, вам скажу, жестенько. Картофель там будет явно гореть. По-моему, не вообще ни хрена. Не знаю, по-моему, нифига не вообще. Ну, может, не, ну может быть на самом деле, но по-моему нет. Ну, если общая, то чуть легче, значит, но все равно. Но просто если общая, то за, ну, как бы вот, за одну удачную попытку ты не увидишь и половины всех атак. То есть, у тебя, то есть, как бы на рандоме там, наверное, 30% всех атак, как бы, и ты уже убьешь его. Ну, именно вот, победной попытки, да? Надеялся поймать.
Не, ну хорошо, что я уже дошел до выживания, до фазы выживания сегодня. Надеюсь, это не тот случай, когда первая попытка опять типа успех, а потом начинается вафля. Ну главное на Вейденсе не вафлить. На первых фазах, ну как бы, ну ладно. Опасненько было, опасненько. Нет, 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 нет. Привет, Ксенрир. Прям это я аж как-то переволновался. Фу, сейчас минутку. Ну опять на последней лаве. Причем, ну, я даже прыгнул от этой лавы, но по сути там 2 секунды, наверное, оставалось. Ну, и типа об лаву умер, падая в нее. Лучше уже не будет, расходимся. Спасибо за поддержку. Привет, Владислав. Так хорошо нарандомило эти, блин, вот эти вот штуки дурацкие. Да ладно. Привет, РНГ.
У нас тут 3 секунды было. Где-то еще далеко не самый сложный босс в этой игре. Далеко не самый сложный. Как же я буду волноваться там на следующих-то. И сейчас у меня уже там, блин, немного так даже руки затряслись в конце. Когда и 3 секунды, блин, оставалось. То что ж там дальше-то, блин? Да лол, скоро, у меня 4 секунды было на позапрошлом стриме. Но я сегодня ни разу еще на Мику не умер. Привет, Смайл. Свою ошибку просто Гоги понял, меня как бы лишь бы именно не затралило что-то такое внезапное, а вот такой ошибки, когда, ну, именно я не успеваю по времени, то есть слишком тороплюсь, ее скорее всего не будет, ну не должно быть, потому что я понял, из-за чего она была. Привет, Романчик. Надо было про Мику зло говорить. Ну подождите, ну чё вы раньше времени-то это? Чё, думаете, покарает, да? Да не, Эльзорга, ну это чит. Да, вот я согласен, так неинтересно. Я же хочу весь эпик прочувствовать. Тогда этот босс запомнится мне. Достаточно большой пейки. Не, вообще там она есть, но она в платных смайлах. Там из 4 картинок состоит. Блин, ну как так, блин, получилось? Ну я в самом начале завафлил, да. Я там в самом начале завафлил. Я это сразу почувствовал. Но подумал, что, ну, может, все-таки проканает. Потому что в целом, как бы, чуть-чуть только лишь завафлил. Ну, блин, хватило. Ну,
А мама опять, да? Нет? Ну, немножко ритм все равно был сбит. Не, такое вот может быть. Я про такое сразу сказал. Такое может быть. Ну вот. Ну, как бы вот та была предыдущая, да, действительно. А такое, да, такое может быть. Ну, потому что там как бы очень неловко микрить. Как бы никакой страты особо нет. Просто следи, чтобы у тебя, блин, не улетело что-нибудь. РНГ, ты убил, да, пятого босса? Привет, АРЗ. Блин, ну ладно, ну. Я имел в виду именно на той фазе, ну, которая вот подъем, как бы то, что, ну, то есть на ней я один раз вот умер, да, после тех слов. А сейчас-то я на ней не умираю пока, ну, так что нормально. А на последней, ну, как бы на последней, просто я же говорю, но она такая. Ее я не имел в виду. Опасно было, очень опасно сейчас было, случайно выжил. Да ну же, ну серьезно, ну ты издеваешься? Да ты издеваешься, ну... Привет, Дорат, убивал и вчера, и позавчера, и позапозавчера.
сообщение Рамфоса. Легкий авэйденс. Легкий авэйденс Мику. Очень простейший просто. Я начал опять ту же самую ошибку делать. Ту же самую ошибку начал делать вначале. Даже зная про нее, я все равно ее почему-то делаю. Не знаю почему. Ошибка эта еще заключается в том, что когда я запрыгиваю на первую платформу, мне нужно даже на первую запрыгивать очень таким затяжным двойным прыжком, а не быстрым. Уже было хорошее, я столько раз дошел до выживания. Как начал доходить часто до выживания, начал и почти его проходить. А сейчас я долго не доходил, дойду, опять начну какую-то вафлю делать. С непривычки. Опять, по-моему, слишком маленький. Лол, как я выжил? Ну просто повезло, просто повезло.
Ну, как бы там, ну, не пошло. Что-то опасное было. Умри, гейзер, нахрен. Ну чё, только не затраливание, только не затраливание. Ну его нафиг. Сейвик. Сейв. О, жесть. Фух, сколько я его убивал? Я бы 10 часов убивал. Десять часов. Офигеть. О, сейчас дайте хоть на досок выпить немного. То что-то руки трясутся. Пятый уровень. Вон на килл за Камиля 2. Фух. Привет, Александр. Да, РЗ, тебя с тоже с Новым годом. О-о-о.
Здрасте, я тут зашел. Нормально, приветствую. Привет, Финтарин. Ой, что-то я немножко не готов к платформингу, мне кажется. Сейчас уже, походу, пойдут жесткие уровни. Уже не такие простые. Не знаю, Гвинни, не знаю. Ну, вот как я прошел, так прошел. Приветствую. Взял. Да ну давай же. А, стоп, я не тот беру. Хорошо, хорошо, прогресс, прогресс. Нужна хорошая клава. Нет. Так. Жок выглядит сложнее, чем тизер. Ну такое. Блин, два кордера надо сделать. То есть два угла. Угла вот прыжка. А, я забыл, что там... Я что-то не заметил, что там вообще стена есть. Я думал, там не, уже нельзя взять другую. Тупо не обратил внимания, что стена есть. Фух. Что ж, про это видим? Что-то нет. Ну или да. Что, дропчик? Да нет, да это фигня, это шипы, это вообще вот это, пофигу. Так можно, что хорошо, что ни с кем уже не делиться, ну блин, такое. Делаем скриншотик и год дальше. Ну такое, да, снап.
ну что ж такое? Привет, Инферно. Нет, не троллирование, скорее всего, снапа, просто такой дизайн. Шеп-прыжок. Ну вот это троллирование, да. Снап заспойлерил. Бан. Снап, сам себе пропишешь? Да, Инферно. И плюс через ОБС. А, это два корнера, серьезно? Ну сейф не имеет смысла, я понимаю. Да, снап модератор. Бойся, пророк. А, ты же тоже модератор, ну, пофигу-то. Встречаю нового коллегу. Да, кто не понял, прошли времена, когда экраны проходились один за другим. Кстати, это из I Wanna Be The Color. И, да, заметьте, игровой набито color, черно-белый экран. А, ну типа он хочет быть цветным, да? Ну я понял. Такая шутка. Пару человек чуть не забанил. Нет, Инферно, нет. Не хватает там пока. Там 3000, почти 3000 биткоинов. Ну, побольше надо на клавиатуру. Ну, Романчик, Core i5, Sandy Bridge, 3470 вроде бы. Да, 3470. Сейчас. Так, ну сейчас я сам посчитаю. Эм...
Да вот эта стена ближайшая, ну. Вот эта стена и нормально. Или нет? Стоп. А, тьфу ты, нет. Тьфу ты, лол. Чё-то я затупил. Ну, левая, да, левая, значит, всё-таки левая. Что-то не идеальный. Странно. А вроде должен Генлаш, ну ты как бы вообще любишь английский язык. А мне лично как бы русский язык нравится. Поэтому для меня перевести термины, чтобы русскоязычные понимали, о чем речь, как бы это хорошее дело. Ну понятно, что там некоторые, ну как бы шуточные некоторые, ну так это же и хорошо. Легче запомнить. Что 4К? Вот эту? Ну да, 4031 вот сейчас. Пророк сразу изи. Конечно, изи, пророк.
Привет, Декстер, да, прошел. 10 часов на него потратил. 10. Да что такое, ну? Я там неправильно запрыгиваю, я в курсе. Надо же вот так. Блин. Так, если идти против движения, то можно стоять. В каком корнере секретка? Тут нет корнера, нет. А, в том? Да ладно. Очень странное понятие веселье. Ну, Снап, он Камили 2 прошел, и в третьей Камили на 100% прошел первый уровень, и скоро уже второй пройдет на 100%. Как ты думаешь? Ну, то есть, какие у него понятия о веселье? А вот это вторая игра из списка. I wanna be the space... Escape God. Так а чё, я по одному экрану должен тебе сказать, хорошая игра или нет, что ли? Ну, по крайней мере, тут какой-то вот движущийся пол, типа, чуть-чуть нестандартности, ну, по сравнению с Айванами там. Не знаю, Зорга, надо... Ну, меня видишь, у меня как бы это... Что-то сейчас я вообще никакими делами не занимаюсь. У меня стрим, потом я сплю. Да нет, точнее не так, я сплю, потом стрим, потом отдыхаю, как бы смотрю какие-то там стримы. Ну, как-то не знаю, Новый год. Ну, наверное, не очень скоро, Зорг. Да если что, какая разница? Как будешь готов, так и начнешь. Я же еще не сделал тебе пробу. И не знаю, когда ее сделать. Тебе прям, ну, хочется срочно ее, да, или что? Ты взял секретку? Этот. Декстер. Ты вторую секретку взял? Ну, то есть, ну, вообще взял ее и сохранился, да? Или как бы взял и потом не дошел до портала. Да что ж такое? А козел отпущения игра называется, лол. Да ладно, я не вижу в этом экране ничего кислотного на самом деле. Там были, по-моему, и похуже. Ну как бы красная и красная, ну да, ну все равно. В целом еще это нормально. Блин, ну круто, Декстер, очень круто, жесть. Че, скоро Shine и Bright смотреть будем? Блин, да такой легкий момент, я жутко туплю. Мне там надо к краешку подпрыгнуть, потом два прыжка и все. Тут нет секреток во второй части. Вроде бы. А в третьей части там много чего дают. Первая дает показ ХП босса, вторая турбокнопку, третья показ таймеров на вейденсах, а четвертая ключ к секретным боссам. Которых еще найти надо. А пятая дает вход в портальную комнату из любого места.
Нет, не хочу в корне. Блин. Я просто думал, если я вперед прыгну, я... Да, да, снап, мне тоже как-то немножко это... Отмена? Что отмена? Блин. Нет, двигаться надо, потому что мне надо в прыжке же, ну, то есть проще, как я делаю. Сложные. Но я говорил, что потом я пройду типа сотку Айван, да, после Камилки второй. Но они будут короткие и легкие. То есть я эти сотку пройду там в течение, наверное, ну, быстрого, короче, очень быстро будут. Прям одна за одной идти, потому что я возьму очень простые. Привет, Фаспапи. Нет, всякие топичи Айваны тоже потом пойдут, наверное. Ну, я не знаю, какие именно, да. Вот, но топичи Айваны потом будут, да. Всякие, ну, топовые, которые я не проходил еще. Не могу сообразить, как там правильно сделать. Снап, в этом и идея, да, потому что многие так и делают. То есть я смотрю, там некоторые говорят, типа, о, я прошел 600 Айван. А посмотришь каких, ну знаешь, там, типа, трудов потрачено не сильно больше, чем у меня, ну, условно. Ну, может, 600 я загнул там, ну, 100, там, больше 100, там, да.
Ну и просто хочется тоже какой-то списочек иметь. Ну плюс для кругозора тоже так. Ну, то есть какие-то, у которых очень качественно сделаны хорошие айваны именно. Которые пользуются популярностью. Ну и вот обычно это не зря. Только заслуженно. Посмотрим, ну а чё бы нет, просто, ну как, ну считай, что просто по приколу. Просто по приколу. Ну там иногда все равно можно поржать там или что-нибудь такое упоротое увидеть. Вайнерам тяжело будет их пройти, даже хоть они там не очень, может быть, некоторые прям не особо сложные, да? Но все равно. Как бы не айвайнерам, он даже больше как-то там сложно, да, ну, поначалу. То как ты предлагаешь пройти там. Ну нет, как раз таки оценка качества, она вполне объективна, получается. Вот оценка сложности, да, она такая, хромает. А оценка качества, она как раз таки вполне объективна. Алерт, а у меня он почему-то, я даже не успел его увидеть.
общем, кому-то привет и добро пожаловать. Я тоже думаю, когда вниз. Но я, в принципе, сейчас правильно сделал, просто умер. Ой, ну нет, ну слишком... слишком рано. Ну, инферно, тогда это как бы, ну, а смысл тогда? Тогда он не очень, потому что здесь как бы смысл, что они все на одном движке, ну, практически. Это все равно, что, допустим, ну, конечно, может быть, не совсем прямое сравнение. Допустим, там есть какая-то игра, в которой есть куча модов, да? И все эти боты будут, естественно, использовать движок игры. И сказать, что они все плохие, потому что они используют один и тот же движок игры. Ну, такая наша оценка. Ну, как бы они все равно оценивают часто нормально. То есть, например, вот для Тинки и К3 легко, но он же не говорит, что это легко, он говорит, что это сложно. Большинство адекватных как раз таки оценивают не по своему скиллу, а в целом, по сравнению с другими айванами. Ну, конечно, есть кто оценивает по своему скиллу, но это ошибка. Ну, как бы инферно, если каждый по-своему оценивает и примерно получается одно и то же, да, у многих, в среднем. Значит, это как раз и есть объективность. Как раз таки объективность — это же когда сумма мнений, как бы, да, или как там это правильно. Вообще, да, я как бы стараюсь оценивать по этому списку Гизера, потому что как бы он все эти игры прошел, которые у него в списке, а список у него очень внушительный, почти 1600 айван. И как бы, ну, если ты там видишь, что у одной айваны сложность больше, чем у другой, то значит она реально больше, чем у другой, потому что один, ну, как бы, он видел и ту проходил, как бы, и он может сказать, что она сложнее. И причем опыт оценки большой, да, то есть как бы, ну, знает, как оценивать, так скажем. Правильно. В общем, такое, нормально. Да нормально. Ну то есть в целом, как бы, не бывает такого, что ты качаешь игру одной там сложности, да, а она оказывается совсем не похожа на эту цифру сложности. Бывает редко, но не настолько прям. Чока-чока? Нет, Чока-чока для меня не была сложной игрой, Игин. Ну, тут ты ошибаешься. Да, вроде не прошел пророк, а что... Сразу на верхнюю платформу? А фиг знает, может и можно.
Ну а чё вы, ну... Сразу бы не могли сказать, ну пипец. А как там правильно? Надо, наверное, прыгать не сам влево у стены, да? Надо чуть-чуть, наверное, правее все-таки взять. Потому что максимальный прыжок там не сделаешь. Коки. Печалька тебе. Ну, а как? Ну, лол, а как? А, я понял. Двенадцать и три. Нормально. Так это с ямкой, Элизорга. Это с ямкой. Чё ты начинаешь? Мы же уже выяснили. Другой прыжок совершенно. Что ж такое? Что-то я не успеваю среагировать, потому что я боюсь шип лететь. Качество катри оценили меньше, не знаю. Да рад, я это сохраню. Давай же прыгай, ну. А там еще потом жесть завезли. Офигеть. Нет, я помню, Стинки говорит, что никогда не пытайтесь спидранить Камелию 3. Типа, я ее спидраню, потому что я, ну, типа, глупый. И, ну, единственное, что он говорит, что... Если вы все-таки будете спидранить К3, то типа я люблю конкуренцию, так что это круто.
как это правильно проходить? Вы можете подсказать? Я не успеваю среагировать. Вот, успел среагировать. Ну блин. У меня срабатывает реакция на прыжок, хотя я даже вижу, что уже я стою. Ничего не могу с этим поделать. Ну блин. Короче, я не понял ничего. Меня сейчас, как только я туда запрыгну, меня понесет направо. Это грустно. Но это уже сложно, Декстер. Оп. Прогресс. Ну блин, ну почему я не... Когда уже падаю, можно сделать прыжок и пытаться назад запрыгнуть. Я этого даже не делаю. Прыгай же, ну. Да, кстати, я посмотрел расписание Awesome Games Don't Quick, который уже, кстати, кто бы идет. Нет ни одной Иваны. Даже больше нет. Зарился. Нет, нет, не, не должен. Не прошла ни одна Ивана. Реджектед все. Даже в бонусе нет. И Винксус Фи, по-моему, даже нет.
Ну блин, зато там по 20 Марио каждый день. Знают, у нас есть российский официальный рестрим на русском языке. Ребята из Golden Split комментируют хорошо, довольно, мне нравится. Расписание на русском есть с переводом времени в локальное время. В общем, хорошо там сделали. Да, точно официальный рестрим. Точно официальный рестрим. Абсолютно. Просмотрел, в смысле... А, Games Don't Quick ты имеешь в виду? Или Гизеры? Во-первых, по-моему, они на главной твича висят, ну, русскоязычного. В этом официальность. Но я не уверен в этом. Но, во-вторых, ссылка есть на официальном трансляции на этот стрим. А, Гизера, ну... Наслаждайся 5-м уровнем. Наверное, этот экран без смертей проходит. Я и так не люблю выпрыги, а они еще сделали выпрыг на скорости. Лол. Там не было прыжка. То есть я соскальзываю все время.
отмазался, боги, отмазался. Одна фрейм. Что-то жесть. Лол, ну это был двойной. Я не был готов. Ложная тревога, я вернулся. Мог. Базу данных. Не самое прикольное занятие. Потненький экранчик, потненький, ничего не скажешь, да. Не только боссы в этой игре сложные. Они сидели и ждали. Они просто вот сейчас, ура, он затроллился, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да не, все правильно сделали, все правильно сделали. Не, правильно все сделали, спасибо. Может быть год, Рус. Блин, ну, это была почти победа. Уже интересно, какой же там дальше экран? Еще один спойлер. А, Йоки-пир. Я понял снап почему-то. Но это не один из них, да? Это типа не считается сложным экраном.
Аркаде, да, это изи экран считается. А меня что-то напряг. А ведь это лишь 5-й уровень, а еще потом будет 6-й уровень, в котором еще сложнее экраны. Но, правда, до 6-го уровня еще дожить надо. Так, кстати, тем временем уже 9 дней прошло, как я Камилку вторую прохожу. То есть сегодня 9-й день, да? Ой, или нет? 31 же был, 10, да? То есть уже 10% времени закончилось. Не знаю, пророк. Буду проходить Айвон Абиз и Орион после Камири 2. Ну то есть, как бы я даже если выйду за 100 дней, да, то я все равно допрохожу Камири 2, а потом будет Айвон Абиз и Орион прохождение. Это если я не уложусь 100 дней, если уложусь, то не будет. Забей, АРЗ, это интрига. Восемьдесят дней? Ты думаешь, я за 10 дней дойду до последнего босса? Нет, он красивый, снап. Красивый, но непростой, да. Ну просто потому, что у меня его в планах не было, как бы. Ну, понимаешь, мы как бы когда выясняли, какое должно быть наказание, ну, мы думали, что ну если это наказание будет какая-то дико упоротая игра, которая просто ужасно выглядит и очень сложная, да, то, ну, понимаешь, как бы, я понимаю, что мне страдать, но вам-то смотреть. Поэтому мы решили, что возьмем что-нибудь такое, что довольно сложное, но при этом смотреть это приятно. Да, там сложная Вейденс. До него еще тоже дойти надо. Ну, короче, я бы не хотел бы его проходить, честно скажу. Санспайк только с клавиатурой новой. Если вы еще мне клавиатуру донатите, то не вопрос. Не знаю, пророк, я еще пока не решил даже какую именно покупать. Ну, сейчас у меня там без нескольких там десятков вроде пикоинов, около 3000 пикоинов. Надо вывести цифру, наверное, на стрим, да? Ну, вот. Я не знаю, какую покупать, но если честно, я хотел бы все-таки механическую, потому что с этой специфично, даже с хорошей мембраной все равно специфично, по мне кажется. Надо, конечно, попробовать бы на твоей там, например, но, блин, ехать далеко.
возьми за 200 рублей, да, по-любому. А смысл? У меня и так вон нормальная клавиатура, ну, в плане, что лучше, чем за 200 рублей. Нет, я хочу, ну понимаете, нет смысла покупать клавиатуру, которая будет чуть-чуть лучше, чем моя. Если же покупать клавиатуру, надо такую, чтобы на ней любые прыжки можно было делать нормально, стабильно. Ну, лишь бы руки позволяли. Лишь бы руки только позволяли, да? Нет, пророк, тогда не надо. Почему-то не думал, что вызвать это, не вызовет, думал, что трудности и гинлаж, я не понимаю. Дурацкий момент абсолютно. Я не был уверен, что нужно просто жать вправо. Я думал, там типа надо чуть вправо, потом влево, потом вправо. Как бы мне в любом случае пока не хватает биткоинов, так что я еще конкретную модель не подобрал. Если еще там пару тысяч наберется, тогда уже, наверное, точно выясню, какую модель. Потому что сейчас точно еще не хватит. Это ее пройдет рейп сегодня, я думаю. И ладно, о чем вообще речь? Ну может до 8 мира точно дойдет. Это ты как бы из воздуха взял цифру 60 часов. Абсолютно из воздуха. Твое предположение. Thank you.
секрет фейсген. Сегодня убил гейзера. Ну, для айфона игр нужно, чтобы четко чувствовалось, когда срабатывает именно нажатие. То есть, когда наступает момент, что пошел тайминг прыжка. Нужно, чтобы это четко чувствовалось. У меня фрустран, да? Фрустран. Не понял, то ли не было прыжка, то ли я за свою почву. Ты себе сделал настоящий счетчик РНГ как при первом прохождении, да? Не, у меня счетчик как раз таки абсолютно реальный. И мой. Уже 20 часов. 20 часов я эту игру прохожу. И еще очень много впереди. Да лол. Да, прошел, привет, Аскиш. Мне все равно, сколько вы там пишете, сколько я буду кого босса проходить, я буду проходить столько, сколько я смогу. Ну, то есть так быстро, насколько я смогу. А ваши выдавания мне не интересуют, а сразу думаю. Ну, то есть они меня никак не настраивают. Если вы думаете, что я расстроюсь и скажу, ой, 70 часов буду проходить босса, нет, я считаю, я пройду с первой попытки, а дальше как пойдет.
Спасибо. Дальше пойдут титры, ну. Но... Еще какой спойлер? Каждый раз, как в первый раз. Да, Владислав, все равно. Вот по смертям, как бы вообще все равно. Мне лишь бы 100 дней уложиться, а это как бы вообще. Ну, это сложная игра, как бы. Поэтому мне тут нормально, что я фармлю там. Пофиг вообще. То есть время, да, волнует, смерти не волнует. Ну, я понимаю, что смерть это время, но именно цифры меня не волнуют. Можно, знаешь, 1000 смертей там за полчаса нафармить. А тут нет 100%. Что такое сальт процент? Какие тут 100%? Тут же нет секреток. Ну иди лучше, я не понимаю, что надо сделать. Зачем я жму такой дикий прыжок второй? Тебе слишком маленький. Да, я именно почему это возникла идея со 100 днями. Потому что все проходят, ну, вот у кого я не знаю там, да, все проходят Камилю 2 очень долго. Вот только Задрос, по-моему, быстро прошел. А все остальные проходят очень долго, растягивают ее там на год, на полгода и так далее. Хотя по игровому времени примерно, ну, одно и то же, да, у всех. Ну вот, а я именно хочу пройти ее быстро именно по реальному времени. То есть они. За пару месяцев, ну, за несколько месяцев, там, ну, вот 100 дней, да? Ну,
Ну, он год, да, он проходит как бы. При этом не значит, что они именно там раки, да? Просто, ну, растягивают игру. А я именно хочу не растягивать. Вот 5 месяцев, это еще быстро. Хотя вот я даже меньше, чем за 5 месяцев хочу пойти. Больше 2 года проходил. Не, ну 2 года это, конечно, жестко. Привет, Максим, спасибо. Да пожалуйста, пройдись уже. Ничего, у всех свои сложные экраны, значит у меня этот экран внезапно сложный, хотя все проходят его со второй попытки. Потом пятый босс Пека. Пятый босс потом, да. Ох. А, я захватил Легенлаж вторым окном, короче, еще одно окно, только поставил галочку все окно, точнее выбор, да, все окно, и вырезал оттуда только вот эту вот часть. А, нет, вру. Так я пробовал сделать, но там оно не обновляется, я сделал тупо захват рабочего стола. Да, просто рабочий стол. А, как я первый раз сказал, оно не обновляет заголовок. А, мне надо наверх, что ли? Это из игры Симметрия.
нельзя, да, перескочить сразу два гейта? Привет, Крамсалова. Нету, не, ну, по крайней мере, он не должен быть таким большим. Знаешь, почему он был? У меня, оказывается, в UBase стояло 10-кратное усиление микрофона. А сейчас только лишь 2-кратное. По-моему, нету АИФ. По-моему, нету. Не помню, что там было. Вроде нету. Есть? Где? Разве есть? Не помню. А, да? Ну, ок. Значит, есть. Я, кстати, послушал, Крамсалова, вот твой этот файл. Я вначале вообще не понял, для чего ты этот файл кинул. Потом понял, для чего. Ну, короче, ну как бы там, ну такая, знаешь, обработка. Ну, то есть, по-моему, разница не такая уж большая. До и после. Мне так показалось. Привет, Абельенков, да? Больше есть корнер, есть, и не один.
Привет, Пиксель Дэвил. О, тот самый прыжок, кстати, да, сейчас был. А, сейф автоматически, да? О, Rainbow Miku. И чё? Троллинг или чё? Неприятность. А, эти гейты, да, есть, действительно. Да ну я лол, лалка, просто как лалка умираю. Ну это вообще позор, по-моему. Ну серьезно, ну что за фигня? Какого фига, кит? А, ну да, ну да. И под конец вот по-любому корнер будет. А-а-а. То есть там вообще все плохо дальше. И... Элементарь ваншотов, ты про что? Да что такое? Да ну что такое? Нафиг я на этом умираю? Кто-нибудь может ответить. Это талант для чего? Блин, опять я пропустил уведомляшку. На самом деле я могу просто взять и открыть. Я, кстати, отключил эти уведомления о подписке. Именно с СК2 ТВ, потому что они багуют. Значит, кто на Твиче подписался.
Господи, тут есть же история. А, Пиксель. А, Пиксель и Блэджек, кстати, вот, да. Добро пожаловать, спасибо за подписку. Устраивайтесь поудобнее. Какого столба? Какого столба? А! Ты про что, Эльзор, так ты к чему вообще? В смысле не отключил? Это с Твича было. Привет, Фёрст, привет, Фёрст. А у нас тут пятый уровень Камилки. А, вкладки, ну и, блин, нашел что полить. Слоу. Нет, это было тоже Twitch, Snap. В смысле, так это настраивается Snap, это я сам пишу. Что хочу. У меня просто Twitch Alerts идет через SK2 TV Alerts. Тут ты, ой, лол, вообще лалка. Так, только я могу умереть, наверное.
Defender бы не умер? Ну такое, не знаю, мне кажется, умер бы Пекарь. Ну это такой, на самом деле, неприятный прыжок вот этот вот сейчас. Поэтому я еще, ну как бы, я бы себе фейспалм за такое не поставил. Начал делать какую-то фигню. А за платформы честные, но да. Там не спорю. Что? Не хрусти. Ты про что? Привет, Павак. Ну, как сказать, не наконец. Такое. Блин, ударился в потолок. Спойлер от Беленкова. Зачем говорить, какой последний прыжок? Ну что за фигня? Серьезно. Вот это уже мне не нравится. Не, ну при чем тут сюжет и как бы... Зачем мне знать, что впереди какие прыжки? Заранее. Честно бы перекусил бы уже, но надо еще помучиться. Да ну. Немножко я не могу сконцентрироваться. Знаете, бывает такое состояние, когда сконцентрироваться вообще не получается. Как-то все мутно.
пикап этот умирать. Не, ну блин, 7 часов на уровне, я такого не рассчитывал сидеть. Чё за фигня? Точнее, даже на экране, а на уровне чё, все 15, что ли? Ну, лол. Я такое не хотел. Не, блин, как я не верю. Ты врешь. С ошибкой? Какой ошибкой? Нет, не было. Попробуй кэш рабочую папку удалить. Ну, которая... документ. Но не знаю, у меня не было такого. Не, короче, надо заканчивать, я что-то как-то себя непонятно чувствую, ну, я не могу сконцентрироваться. Видите, на чем я умираю? Надо перерыв хотя бы что ли сделать, я не знаю, ну что-то явно сейчас не то. Я сейчас не пройду, вряд ли. Как бы я чувствую, что сейчас я не пройду. Что-то вообще какое-то такое все. В тумане. Ну, в общем, давайте тогда... Блин, на самом деле стрим всего идет 2:35. Это ниже нормы, которую я планировал. Но время всего 19:30. Я тогда... Блин, надо, наверное, будет сегодня еще поиграть. Хотя бы еще часик. Хотя бы еще часик. В общем, ну потом. Ну посмотрим, короче, да. Может быть, даже больше часика. Как пойдет. Ну что ж, тогда на этом стрим заканчивается. Всем спасибо, что сидели. Гизер побежден. Это главное, это главное. А, это экраны уже такое дело наживное. Все, всем пока, увидимся.